Масштабный лесной пожар вспыхнул вблизи португальского Лиссабона в курортных районах. О погибших пока не сообщается, а пострадавших на данный момент около 18 человек. Большинство из них – спасатели. Чтобы ликвидировать возгорание, в район отправили по меньшей мере 700 пожарных. Задействовали и авиатехнику. Потушить огонь пытаются с помощью 6 самолетов. В качестве меры предосторожности местные власти приняли решение эвакуировать отдыхающих и местных жителей всего 350 человек.